посвящается именно под таким названием, прошел концерт памяти Владимира Глейхмана. Ведь для многих музыкантов его оркестра этот человек был наставником, учителем и примером для подражания. 22 года назад я пришла в оркестр, и жизнь моя изменилась, потому что замечательный коллектив и, конечно, уникальный человек и уникальный музыкант Владимир Давыдович Глейхман. Очень я ему благодарна. Светлана Сигитова была студенткой Владимира Давыдовича, а в оркестре она более 30 лет и признается, что за все это время музыкальный коллектив стал частью ее жизни. Память о Владимире Давыдовиче живет с нами каждый день, каждую репетицию, потому что он создал планету Глейхман. И эта планета жила, живет и будет жить. Дочь Светланы Сигитовой, Арина, после окончания института тоже пришла в оркестр. Сейчас она одна из ведущих солисток коллектива. Мы работали вместе, мы очень много вместе выступали, да, сотрудничали. Да. У нас была очень такая плодотворная работа, конечно. И Владимир Давыдович – это вот наш, скажем так, наставник, гуру. В зале Дворца культуры собрались многочисленные поклонники творчества Владимира Глейхмана. Спасибо, что он у нас есть, этот оркестр. И спасибо вообще Дому культуры, который организует такие концерты, каких у звезд не найдешь. Это настоящая музыка, настоящие голоса. Мы работали в Доме культуры, так что мы фанаты. Со сцены коллеги и друзья поделились со зрителями самыми теплыми воспоминаниями о дирижере. Мы обещали, что не дадим ни в коей мере распасться оркестру, не дадим забыть имя Глейхмана, не дадим потерять вот этот уникальный коллектив. На самом деле это великий коллектив. Особыми гостями на концерте стали сын и вдова маэстро. Я надеюсь, что оркестр на уровне и даже поднял планку, чтобы Володя был, Владимир Давыдович был бы доволен состоянием своего детища. Оркестр русских народных инструментов Владимира Глейхмана всегда был бессменным участником практически всех праздничных мероприятий Ленинского городского округа. Преемником дирижера стал Александр Лисовец. Под его руководством музыкальный коллектив продолжит свою творческую деятельность. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.